Всех приветствую, мои дорогие! Собрала косметичку на эту неделю, и давайте посмотрим, что я в нее выбрала. База под тональный крем по-прежнему от Gauche, антивозрастная. Также на эту неделю взяла крем-основу под макияж от Compliment. Тональным кремом продолжаю пользоваться от Art Visage, устойчивым. У меня в номере 201 оттенок слоновая кость. И на эту неделю взяла тональный крем от Max Factor. У меня он в номере 40 оттеночек. Вы видите название. По мере необходимости продолжаю использовать консилер от Estée Lauder. В таком оттеночке. Под глаза буду наносить средство от Garnier. Забыла его принести сюда. Пудры у меня на эту неделю от Флормар в номере 96. Столечко ее осталось. И вторая пудра от Катрис, рассыпчатая, из лимитированной серии. Информация. Так, переходим с вами к хайлайтерам. Хайлайтером по-прежнему продолжаю пользоваться кремовым от Essence. Уже не раз говорила, что очень довольна им. Он у нас из лимитированной серии. Данные уже, к сожалению, стерлись все. И также на эту неделю я выбрала свою новиночку. Палетку от Makeup Revolution, которая мне пришла в пакете сюрпризе. Я уже один оттеночек здесь потестировала в одном макияже. Вот такая у нас зеркальная палеточка. Давайте покажу сзади информацию. Здесь у нас три хайлайтера. Вы видите объем какой у них. Информация. И давайте с вами посмотрим на оттенки. Здесь полностью откидывается крышка. Большое зеркало. И три хайлайтера с разными оттеночками. Давайте сделаем сводчи. Я пока вот этот крайний только тестировала. Ну как тестировала, один раз применила в макияже. И мне показался хайлайтер достаточно деликатным. Немного подчеркивает текстуру кожи. И хочу сказать, что немножко он как вот у меня на лице через какое-то время потускнел. Но полдня его можно было разглядеть. То есть совсем он не пропал. Такие оттеночки. Давайте перенесем. Я думаю, видно, что достаточно деликатный. Я наслаивать не пробовала. Я немного набрала на кисть и нанесла под брови и на скулы. И получилось такое деликатное, едва заметное подсвечивание кожи. Буду еще пробовать. Продолжать пользоваться буду. Румяна на эту неделю я выбрала кремовые из лимитированной серии от Catrice. У меня такие в том году одни закончились в другом оттеночке. Как вы видите, здесь небольшой объем достаточно для румян. Название. Все кремовые продукты, которые у меня уже открыты, я использую в течение недели. Просто, чтобы каждый раз вам все не показывать из косметички в косметичку, то я буду показывать то одно, то второе, то третье. Но пользуюсь я кремовыми средствами, вот к какому рука
потянется, таким и пользуюсь. Такой оттеночек кажется очень ярким, но на самом деле, если немного нанести и хорошо растушевать, то такой, знаете, получается едва-едва заметный румянец. И я уже говорила, что я подобные средства использую не только как румяна, но также бывает наношу на губы в качестве помады. Продолжаю пользоваться, конечно же, румянами от Stellaria. У меня в оттеночке римские каникулы. Номер вы видите. И я тоже ими постоянно пользуюсь. В течение дня, бывает, обновляю с их помощью макияж. Потому что мне хочется их уже доиспользовать. Вы видите, как здесь все меньше и меньше остается средства. И также я буду хайлайтер и румяна использовать из новой палетки от Makeup Revolution. Но я вам покажу, когда буду тени показывать, что мне сейчас несколько раз туда-сюда ее не перекладывать. Вот такой оттеночек получается. Я довольна этими румянами. Переходим с вами к бровям. По-прежнему продолжаю использовать гель для бровей от Makeup Revolution в оттеночке блонд. Как вы видите, тоже потихонечку он у меня уменьшается. Карандаш на эту неделю я выбрала от Essence. Так, он у нас идет. Сейчас найдем номер. В номере 04 блонд. И я не знаю, есть сейчас такие карандаши или нет. Такой оттеночек. Буду его использовать. Ну и как всегда, когда я использую карандаш для бровей, фиксировать макияж, буду гель-фиксатором от Art Visage. Ресницы. Здесь у меня ничего нового. Черная тушь от Faberlic. На нее я обычно наношу тушь от Faberlic в оттеночке хаки. Я ее не приготовила. Решила туши каждый раз не показывать одно и то же. То ли заканчивается, то ли подсыхает. Но и комочки оставляет эта тушь. И не так уже хорошо прокрашивает ресницы. Но пока вроде красит, пока еще буду пользоваться. Ну и, конечно же, периодически использую фиолетовую тушь от Gauche. Иногда использую сыворотку от Evelyn. И в зависимости от погоды, бывает, использую водостойкую тушь от Evelyn. И черная тушь от L'Oréal. Так, нормально откручивается. Я показывала в Инстаграм, что открывала, и у меня почему-то с ограничителем досталось. Я знаю, что надо обратно вставить кисточку и закрутить. Просто у меня первый раз, когда тушь вместе, щеточка вместе с ограничителем вылезает. Поэтому меня, конечно, удивило. Так, теперь давайте уже переходим с вами к теням. База у меня по-прежнему от Essence. Я ей довольна. И, правда, крайне редко использую палетку с пигментами от Essence. Но пока не показываю, потому что действительно использую нечасто. Переходим с вами к теням. Я на эту неделю выбрала новинки. На самом деле хотелось взять все свои новые палетки. Но я решила, что возьму всего лишь две палетки для того, чтобы, ну, как бы каждую подольше потестировать. Первое — это у нас красота от Makeup Revolution. Я один макияж делала с ней. Думала сегодня еще сделать макияж, но на самом деле с утра я делала макияж с новой палеткой шоколадкой. Но я ее решила на эту неделю не брать. Просто мне было интересно попробовать. Я ее возьму, возможно, на следующей неделе. Хочу сказать, что, конечно, очень красивое оформление. Она какая-то, знаете, очень такая удобная. Удобно лежит в руке, несмотря на то, что
толстенькая достаточно, к ней вот прям тянется рука. Я с ней делала только один макияж пока, и, знаете, качество мне показалось вот прям не супер. Такая здесь информация, 9 оттенков по 1,5 грамма. Здесь полностью откидывается крышка, большое удобное зеркало. Сейчас я его закрою, и мы с вами посмотрим. Мне показалось, по крайней мере, те оттенки, которые я использовала, что тени немного суховаты. У меня при наборе и переносе тени, ну, при наборе пылили, при переносе вот пара оттеночков осыпалась. Матовый оттенок я использовала, фиолетовый. Мне показалось, что он, ну, не прям хорошо пигментирован. Давайте я буду и сводчи делать. И вы знаете, у меня он как-то нанесся не очень так однородно. То есть я нанесла базу под тени, потом, как всегда, зафиксировала базу светлыми тенями. И потом стала вот этот матовый оттеночек наносить. Во-первых, он как-то, ну вот не так прям, знаете, раз и с легкостью нанесся. Как будто я даже вот пару раз набирала, переносила. И я заметила, что он на веко лег вот... В каком-то месте чуть ярче, как будто я его чуть больше нанесла. Дальше как будто я едва-едва коснулась кистью. Потом опять, ну то есть вот неравномерно как-то нанесся. Плюс при нанесении осыпался у меня этот оттеночек. И для того, чтобы красиво, равномерно, скажем так, закрасить подвижное веко, я его несколько раз набирала и наносила. Сразу скажу, что вот темным оттеночком я делала линию на верхнем веке по ресничному краю. Темный оттеночек в таком качестве мне понравился. Он у меня не осыпался в момент вот переноса. И мне показалось, что красиво выглядит. Он, конечно, не супер какой-то пигментированный тоже. Но мне не всегда надо, чтобы у меня прям, знаете... яркой такой стрелочка как бы была. Давайте дальше посмотрим. Я думаю, уже из-за дизайна и потому, что здесь оттенки мне нравятся, я бы одну такую палетку в любом бы случае приобрела бы. Ну вот насчет того, советовать ее или нет, ну, не могу сказать. Все зависит от того, как вам по цене кажется она. Бюджетный, не бюджетный. Я уже говорила, что я ее за 11 евро заказывала. Причем, когда они только на сайте появились, они стоили 9 евро. И я уже даже и за 9 подумала, что как-то, ну, не прям бюджетно. И пока я думала, надо, не надо, они стали 11 евро стоить. Вот этот оттеночек я еще наносила. Он очень красивый, яркий, хорошо пигментирован. Но у меня он при переносе осыпался. То есть у меня под глазами достаточно много было осыпавшихся теней. Я потом тщательно еще мицелляркой проходилась. И вы знаете, мне показалось, что они вот, ну, не прям с легкостью тушуются. Не так, что вот, знаете, раз вы провели и все растушевалось. Ну, может, я, скажем так, не специалист, может, у меня так вышло. У меня тени эти продержались отлично целый день, никуда не скатались, не смазались, никакого ни раздражения, ничего не было, то есть чувствовала я себя комфортно. Буду продолжать пользоваться, возможно, к ним как-то надо приноровиться, может, кисти какие-то другие взять. И такой дизайн... По-моему, мне кажется, они скопировали у Huda Beauty, потому что я видела картинку вот палетки от Huda Beauty, только с зелеными оттеночками, вот именно вот в таком как бы открытом виде. И очень по дизайну похоже. Причем
У Makeup Revolution тоже есть с зелеными оттенками такая палетка. Но здесь, конечно, вот крышечка. Это вот прям, знаете, смотреть и наслаждаться. Очень, мне кажется, оригинально, красиво. И вторая палетка, которую я тоже делала один макияж только. Это палетка от Freedom. Я не знаю, как правильно ударение делается. Тоже заказывала на Revolution Beauty, шла она по скидке, по-моему, ну, меньше 6 евро, 5,62 или как-то так. И мне кажется, что раньше они 15, по-моему, или 20 евро стоили до распродажи. Палетка сзади очень заляпывается, прошу не обращать внимания. И вы видите, здесь у нас информация, что тени здесь вот все оттеночки 25 грамм. Бронзер 7,5, румяна 6, хайлайтер 5. Такая универсальная достаточно, на мой взгляд, палетка. Вы знаете, те оттенки, которыми я пользовалась, мне понравились. Единственное, знаете, что здесь мне не понравилось? Сейчас я вам покажу. Здесь, как вы видите, вот зеркало есть. Все, я уронила, крышка сгибается. Но это зеркало, оно как будто искажает, как будто у вас лицо вытягивается. Сначала мне показалось, что оно чуть увеличивает. Потом мне показалось, что как лицо вытягивает. Ну, что-то не так с зеркалом. Такая у нас палеточка. При наборе переносе тени немного пылили. Но они, кстати, у меня почему-то так не осыпались, как вот в той палетке от Makeup Revolution. Также хочу сказать, что я попробовала здесь хайлайтер, он мне понравился, такой деликатный. И я попробовала румяна, но я, видимо, переборщила, хотя я, как обычно, немного на кисть набрала, видимо, не стряхнула. Я была похожа на Марфушечку-душечку. Мне потом пришлось как-то это стирать, как-то сверху пудру наносить. Мне показалось, что удачно я подправила макияж, но я потом поехала по делам, зашла в магазин, и когда я в магазине на себя в зеркало посмотрела, я поняла, что у меня такой достаточно яркий румянец. Поэтому с ними надо быть осторожной. Давайте я сначала сделаю сводчи вот как раз хайлайтера, румян, бронзера. Бронзеры пока не пробовала. Я не всегда использую бронзер, скульптор. Так, я не стерла, давайте вот здесь. И если использую, то, как правило, во второй половине дня. И я использую кремовый бронзер из лимитированной серии от Essence. Я как-то вам его показывала, он выглядит жутко ярким. И его надо вот спонжем хорошо растушевывать. Все средство практически съедается спонжем, но зато он носибельным становится. Я как-нибудь в косметичке покажу вам. Такие оттеночки. Как-то вот хайлайтер не очень видно, но он такой деликатный достаточно. Здесь, если я не буду бронзер как бронзера использовать, то буду как тень или в складку века. Ну, то есть, в любом случае найду применение. И давайте посмотрим оттенки теней. Вы знаете, мне понравилось в этой палетке. Она, конечно, такая немного громоздкая, хотя вот так удобно. Вот я так сгибаю, держу, крашусь. Мне понравилось, что здесь есть и оттеночки, которыми вы можете зафиксировать базу под тени, и темные, и светлые оттенки. То есть достаточно разнообразные оттенки. И вы даже вот с одной палеточкой можете делать много разных макияжей. И также хочу сказать, что мне они понравились, вот те оттенки, которые я использовала, понравились по пигментации. Такие оттенки. Так, я сейчас буду с пальцев стирать, наносить.
Мне палетка удачной показалась. Я просто думала все брать ее, не брать даже вот по скидке, потому что теней много у меня. Ну, я уже говорила, так как мне надо было на 45 евро набрать, то я пыталась продумать, что мне взять, чтобы я точно этим пользовалась. Ну и при этом старалась как-то так по цене собрать средства, чтобы у меня не больше 45 евро вышло. Но у меня около 46 евро заказ вышел. Что-то я убирала из корзины, что-то добавляла, что-то просто из наличия пропало. У меня товар в корзине, наверное, вот в целом около 2 недель висел. Я все думала, надо, не надо. Вообще хочу сказать, что последнее время на Revolution Beauty тоже стали, как мне показалось, достаточно быстро расти цены. Марка эта молодая, насколько я помню, появилась в 2014 году. Я так думаю, что они раскрутились и, видимо, их хорошо стали брать. Бренд стал известным и, возможно, поэтому они подняли цену. Насколько я знаю, этот бренд появился в подружке, потому что марку Slick вывели. И, видимо, вместо нее появился Makeup Revolution. Но я не знаю точно, в каких магазинах. По Инстаграму я подписана в Инстаграме на подружку. И я поняла, что пока вот в нескольких магазинах только эта марка появилась. Эти магазины все от меня далеко. Поэтому я не знаю, какой там ассортимент, только могу по сайту посмотреть. Ну и вы тоже можете. Это я к тому говорю, что если, например, часто бывает в интернет-магазине подружка скидки 20%, ну или если у вас вот карточка 15% плюс 5% утренние, то может, если вам вот что-то одно или два средства нужно, то может выгоднее в той же подружке заказать, а не на Revolution Beauty. Так. Болтаю. Смотрю, какие показала, какие нет. У меня новый штатив, я к нему еще не очень приноровилась, поэтому сижу, приходится руку сильно вперед тянуть. Так, следующее. Немного осталось. По текстуре тени тоже приятной достаточно. Давайте вот здесь буду делать. Я думаю, видно, что сатиновые оттеночки отлично пигментированные. Матовые, конечно, послабее. Но мне показалось, что вот матовые оттенки, которые я успела попробовать, по крайней мере, они как-то, знаете, вот, ну, однородно ложились. Мне кажется, прям очень удачная подборка оттенков. Так, и последний ряд у нас. Ну, сводчи, скорее всего, будут слабо заметны, потому что вы видите, здесь такие светлые оттеночки. Давайте вот сюда. Так, это у меня тут уже какие-то волоски от влажных салфеток. Вытираю руки. Давайте покажу.
Ну, как я уже сказала, прежде чем заказать, я на все, что вот я сама заказала, не то, что мне вот в подарок пакет сюрприз пришел, что я сама заказала, я смотрела, искала на Ютубе видео блогеров, кто показывает, рассказывает про конкретно вот про этот, те средства, которые меня заинтересовали. Смотрела, и причем я на каждое средство старалась посмотреть не одно видео, и сводчи пыталась разглядеть, и с помощью субтитров пыталась понять, ну что говорит блогер, нравится ему или нет, и макияжи смотрела. Мне очень нравится. Вот я сейчас даже вместе с вами смотрю на сводчи, и я понимаю, что правильно, что я эту палетку выбрала. Потому что был товар, который я добавила сначала, но после того, как посмотрела обзоры, я все-таки, ну, удалила из корзины, не стала брать. Так, давайте, я даже не знаю, как поставить, чтобы у меня ничего не упало. Вот так попробую поставить. И давайте я сотру сводчи, и мы с вами перейдем к помадам уже. Постаралась помад чуть поменьше взять, но мне кажется, не очень у меня получилось. У меня закончился лак для губ от Гош. Я, знаете, я решила, я уже неоднократно перебирала свои помады, блески. На самом деле я частенько их перебираю, проверяю на ароматы. Смотрю, про что ли я не забыла. И я решила вот помады, которые у меня, ну там, не знаю, год-полтора в коллекции или в использовании уже, и те, которые их понемножку осталось, почаще добавлять в косметичку, чтобы все-таки что-то уходило и ничего у меня не испортилось. Может показаться, что у меня много помад, которые заканчиваются или что они как-то быстро заканчиваются, но на самом деле просто это я добавляю часто добивашки. На самом деле у меня также много помад, которые, ну, прям чуть ли не как новые выглядят. И давайте начнем. Продолжаю использовать пробничек, по-моему, от Avon. Очень красивый оттеночек. Я не буду сейчас делать сводч, но вы видите его немножко. Мне его жалко на сводч переводить. На губах у меня смотрится красиво. Также на эту неделю взяла помаду от Make Up Revolution. Вот такую пульку. Давайте посмотрим название. Матовая помада. Название. И сверху, я не знаю, оттеночка сверху или нет. Что здесь? Не уверена, что сейчас такие есть. Мне кажется, я год назад заказывала. Красивый оттенок. Хорошо лежит на губах. Губы мне не сушат. Помада от Divage. Серия, вы видите, какая. Не буду коверкать. В номере 12. Я стараюсь на неделю разные оттенки брать. Я и за день успеваю разные оттеночки поносить. Ну и всегда мне нужно разнообразие. Как я уже не раз говорила, никогда не знаешь, к какому оттенку на неделе и в какой-то момент потянется рука. Дальше у нас идет помада от Maybelline в номере 721 Pinky Beige. Люблю помады из этой серии, мне они кажутся абсолютно беспроблемными, с большим выбором оттенков, часто на них скидки бывают. Беспроблемные абсолютно, и мне кажется, что они как вот увлажняющие немножко. И вот этот оттеночек из серии на каждый день под любой макияж. Жидкая помада от Make Up Revolution. По-моему, это не блеск. Мне кажется, по текстуре это вот как жидкая помада.
Я не помню, мне кажется, тоже мне в адвент-календаре попадался. Никакого названия, оттеночка вроде здесь нет, вот такая только информация. Также не уверена, что сейчас можно купить. Такая плотненькая текстура. Продолжаю, конечно же, использовать. Так, опять забыла. Так, это у нас кремовая губная помада, хотела сказать, жидкая помада от Catrice. В номере 050 оттеночек, Бруклин называется. Это одна из моих добивашек. Если я ничего не путаю, то Catrice сейчас то ли всю эту линейку, то ли в некоторых оттенках выводит. По-моему, я в подружке по желтым ценам видела. Ну, из этой серии помада, опять-таки, если я ничего не путаю. Так. Еще одна помада от Maybelline, только из другой серии. В номере 940. Матовая. Вы видите название. Очень такая красивая, на мой взгляд. Помада от Catrice из лимитированной серии. В номере C03 Prismatic Pink. Знаете, мне кажется, вот у Catrice есть основная коллекция, тоже там помады призматики. И вот эта помада похожа на помады из той серии. И хочу сказать, что из той серии, вот помад призматиков, Catrice сейчас тоже помады в нескольких оттенках выводит. То есть они в той же подружке по желтым ценам. Ну и, соответственно, потом уйдут из ассортимента. Ну, вот почему-то на сводче не видно. У нее такой, знаете, как очень интересный перелив. Может, видите, здесь такой, как, ну, не видно, как мелкий шиммер. И она при определенном освещении очень так красиво переливается. Еще одна помада от Catrice. Таких помад уже нет. Catrice вывел их из ассортимента. Амбре, по-моему, серия была. Здесь всего 2,5 грамма, что очень немного для помады. У меня в номере, вернее, в оттеночке. А, в номере 040. На моих губах она выглядит именно как красная. У меня не получается так наносить, чтобы вот прям, знаете, как помада с контуром бы была, или два оттенка были видны. У меня именно на губах смотрится как красная помада. Вот даже видите, на сводче два оттенка видны. Но когда наношу на губы, просто красная помада. Очень приятный аромат. Но мне вот такой формы не очень удобно на губы наносить. Я бывает немножко как вот заезжаю за контур. Дальше моя новиночка от Makeup Revolution. Один раз уже выгуливала. Очень мне, девочки, понравилась. Комфортная, красивый оттенок. Вы видите вот на второй строчке это название оттенка. Я ее брала за 1,5 евро. в разделе распродажи. Если я ничего не путаю, мне кажется, я вот на днях заходила на Makeup Revolution в раздел распродажа, и, по-моему, эти помады уже по 2,5 евро там. И я сначала выбрала такую помаду в другом оттеночке, но потом посмотрела видео зарубежного блогера, и у нее была вот помада именно в этом оттенке, и мне она у нее настолько в видео понравилась, что я сразу же ту помаду удалила из корзины и добавила эту. Я могла бы, конечно, и две помады заказать. Вообще мне там в целом 3 оттенка из такой серии понравились. Ну, помад у меня много, поэтому я, конечно, решила, что я одной ограничусь. Тем более при заказе всегда боишься
с оттенком пролететь, когда, ну, вживую его до этого не видишь. Дальше я выбрала такие спорные помады, которые я использую исключительно парой. Первая это у нас помада от Essence из лимитированной серии. Сейчас я бы уже в таком оттенке не взяла. Она у нас в номере 01. Имеет приятный аромат, но вы сами видите, какой здесь оттенок. Я использую исключительно как подложку под какие-либо блески или помады. Еще вот видите, как немножко заваливается, ломается. Плюс вот может видно, она немножко как плешивит. То есть по отдельности, ну нет, я бы ее не стала использовать. И на нее я чаще всего наношу вторую спорную помаду от Catrice. Это у нас не помада, вернее, блеск кушон для губ. Мне кажется, тоже уже вывели их из ассортимента Catrice. Здесь у нас 3,5 мл, к счастью, что немного. Так, где-то здесь был оттеночек. Вот оттеночек. 0,6 оттенке. Как вы видите, вы здесь крутите, на губку набирается средство. И чем она мне не нравится? У нее приятный аромат, вроде как вот такой ягодный красивый оттенок, но она плешивит. Вот ее нанести, чтобы она на губы красиво равномерно легла, очень сложно. Плюс недолго держится у меня на губах, поэтому вот как-то они, знаете, друг друга дополняют. Давайте я покажу, если вот на коричневую нанести. Ну, то есть вот благодаря такому симбиозу на губах не видно особо проплешин, плюс вот этот как бы ягодный цвет становится, вот вы видите, наверное, разницу, более таким ярким, насыщенным. Смотрится сочно, красиво. Но единственное, я наношу, если я куда-то ненадолго иду с серии отвезти дочку в садик, дойти до школы, там на кружок ребенка отвезти, домой вернуться. То есть целый день я не использую. Вот если ее просто без подложки наслаивать, то все равно как-то, ну, не нравится мне, как на губах без подложки смотрится. Давно у меня в использовании, ну, мне кажется, год точно, и я надеюсь, что благодаря тому, что тут не такой большой объем, и я ее, ну, много раз использовала, что тоже в скором времени я с ней распрощаюсь. И последнее, что я вам хочу показать, что я выбрала на эту неделю, но это также добивашка, и будет она у меня пока не закончится. Это помада из Fix Price от Maria K. В свое время я покупала три такие помады в чуть разных оттенках. Две у меня уже давно закончились. И осталась одна. И так как, если мне не изменяет память, эта помада у меня около 2 лет в коллекции. И осталось ее совсем чуть-чуть. И там сломанный такой стик. Я хочу ее доиспользовать уже. У нее до сих пор приятный аромат, красивый оттенок. Но вы видите, как она некрасиво уже выглядит. Не знаю, почему некоторые помады вот так начинают таять и ломаться. Ну и то, что она уже давно в использовании, пока не испортилась, конечно, я ее хочу доиспользовать. На губах она, кстати, смотрится красиво. И после того, как я их купила, я потом их больше в фикс-прайсе не видела. Вот такие оттеночки я выбрала на эту неделю. Видите, он заваливается, вот приходится вот так немножко как подправлять. Я не помню, мне кажется, меня дизайн привлек, когда я их приобретала. Сейчас я бы уже, наверное, в фикс-прайсе не стала бы косметику брать, ну, потому что у меня много другой косметики. Но хочу доиспользовать, потому что помада оказалась хорошей. Вот такие оттеночки. У меня, конечно, я уже не раз говорила, еще есть помады в сумочках. Я их периодически меняю.
И вот среди недели я ими тоже пользуюсь. Бывает, знаете, даже не в дороге, например, пользуюсь, а вот с утра захочется мне именно оттенок, как у помады в сумочке. И, конечно, я тогда из сумки достаю и наношу на губы. Это все, что я выбрала на эту неделю. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии. И до новых встреч, до новых видео.